первая глава. Здесь говорится о апостоле Иоанне, и он пишет, 10 стих. «Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний». Братья и сестры, Иоанн, будучи на острове Патмос, видел Господа Иисуса Христа. Но позвольте мне сегодня вам сказать, что для того, чтобы он увидел Господа Иисуса Христа, он был в духе. Находясь не в духе, невозможно получить откровение от Господа. Невозможно увидеть Господа, невозможно услышать Господа. Но Библия говорит, я был в духе в день воскресный и слышал. Он слышал Господа Иисуса Христа, и он видел. И тут написано 11 стих и дальше. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам находящимся. И тут перечисляется церква. Он обратился, 12 стих, чтобы увидеть, чей голос. И вот 13 стих. И посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. И Библия говорит, что он ходил посреди семи светильников. А вот в 20 стихе говорится, что такое это светильники. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников. Есть сия, семь звезд, суть ангелы, семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». И вот тут мы видим вот эту полноту, семь этих церквей, и это есть полнота вообще и прообраз церкви как таковой в целостности своей. И Библия говорит, что Иисус Христос, он находился посреди этих церквей. Аллилуйя! Он находится посреди своей церкви. Аллилуйя! Он сейчас здесь. Еще до того, как ты пришел сюда, он уже ждал тебя. И он хочет, чтобы ты, в духе находясь, увидел его, услышал его, прочувствовал его, потому что он сегодня имеет сказать нечто очень важное. Аллилуйя! Давайте встанем при лицем Господа. Давайте ободрим свой дух. Аллилуйя! Воскликни аллилуйя! Слабовато. Давайте еще раз. Еще раз! Аллилуйя! Слава Господу нашему! Нас поведет к хвале группа левитов из города Бучи, церкви «Сила Воскресения». А затем без объявления брат Дмитрий Прокопюк, он выйдет на сцене и поведет нас в молитве, поделится словом. Аминь.